поэтому я считаю, что Виктор Петрович стреляет себе в ногу. И вообще мне, конечно, горько и обидно, что у жителей нашего края единственный регион, в котором у жителей региона не будет возможности реально сделать выбор и оценить. Но опираться можно только на то, что сопротивляется. Поэтому я считаю, что Виктор Петрович стреляет себе в ногу, проводя вот такие выборы, в принципе, без выбора. Всем очевидно и понятно, что никак не может собрать подписи сегодня кандидат, не представляющий никакую партию, либо кандидаты других партий, у которых нет фильтра, а собрать его руководитель партийной организации, у которой сегодня, во-первых, есть структура, во-вторых, есть депутатский корпус, в-третьих, который победил на одномандатном округе, который сегодня руководит партией, которая фактически там набрала под 30% поддержки и лишила большинства партию «Единая Россия». Но это абсолютно просто бред, всем это очевидно, понятно, и особенно жителям Алтайского